Выиграй крутые призы уже сейчас! Выбери коробку, открой ее и гарантированно получи один товар. Чем дороже коробка, тем ценнее призы внутри. Ты можешь открыть одну коробку в день полностью бесплатно. Проиграть просто невозможно. Уже более 1,5 миллионов человек испытали свою удачу. Поспеши! Сейчас действует акция плюс 20% к первому депозиту. С Runbox выигрывает каждый. Скоро будут нужны такие песни. Вот сейчас они вроде бы кому-то и не нужны там, но подождите чуть времени. Опустила без тебя земля. Как... Если можешь, прилетать скорее. Какой взгляд у нас, смотрите, какие вы видите, лисий. Как они глазами играли, брат, посмотри. Посмотри, как глазами играют, посмотри. Земля, если можешь, прилетать скорее. Вот нереальные, а, такие вообще. Да, конечно, сейчас уже все. Сейчас играют только на моих нервах люди. О, Муравьев. Муравьева, позвони мне. Опа, хиты пошли. Просто. Робсон, конечно, я не смотрю, брат. Я чисто поглядываю, брат. Вот оно. Какой стиль просто. Какое музло. Позвони мне, ради бога. Через время пройдем. Представьте в те времена, какие это дикие хиты были. Вы просто представляете себе? Мне кажется, вы не представляете, ребята. Мясище! Это просто мясище! Как она играет! Мясо! Ё-моё, что за творчество тогда было великое! Великое! Хоть и вот, вроде как это было попсой в те времена, но это просто же мясище просто! Или вот это моя любовь, вот просто, вот это реально моя любовь! Кто не знает этот мультик, тот вообще. Между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, ночь пройдет, пора. Муслим Магомаев. Слышь, сколько реверба на голосе, братан. Шарил. Я этот мультик обожаю. Как он красивый. Вот такую музыку надо детям прививать, ребята. Вот такую. Вот такое музло должны дети знать. Вот мои дети будут это знать 100%. Что у нас там дальше? А ну закройся. Бургер Кинге кушать не полезно. Вот он. Видите? Я вот это люблю песню. И реклама Каспийского груза. Они говорят, ты нельзя рисковать, потому что у них есть дом, в доме горит свет.
Вот почему у него столько хейтеров было, потому что он был не похож на других. Спасибо всем, кто пишет приятности. Да были хейтеры и до сих пор пишут, да он то, он это. Да, мне тоже нравится. Ой, как актер, он тоже очень крутой на самом деле. Согласен. Не сплю на студии, работаю. В перерыве решил чуть посидеть с вами, пообщаться. Показать вам что-нибудь крутое. Спасибо, спасибо за гордость Осетии. Спасибо большое. Я очень стараюсь, очень стараюсь. Не покажу больше. Я не буду этого выпускать. Не буду. Не выпускаю больше такое. Танцевальный вечер. Танцевальный вечер. Танцевальный вечер. То, что захотелось рисовать тебя, одиночество присело рядом. Высоко, да, от приобретения до утраты. Ну, хотите, поставлю один раз послушать. Нико, можно им поставить послушать? Mm-mm. Нельзя? Ну ничего, не заслужили еще. Да поставь разочек еще. Разочек можно, да? Один всего лишь. Ребят, поставить вам? Давайте сейчас подряд будет 100 плюсов, короче, я оставлю. Робсон пишет, тормози. Ну тут просто такой душевный трек, вообще, просто не представляете себе. А это, слышишь, что? А. Сколько людей? 610 человек. Ой. Много, да? Ну да. Тут уже опасно, да? Ага. Ну не знаю, не знаю. Угу, плюсы поехали. Блин, я вот думаю, надо или нет. Да я не издеваюсь вообще-то. Я просто не вообще не, такое не собираюсь выпускать. У меня аж танцевалочки больше. Я по танцевалочкам двигаюсь. Надо скорее врываться. Нико, давай твое последнее слово и посмотрим, что они скажут, если они не надо, пусть это останется. Что сказал, бро, дело, я 100 еще не насчитал. Раз выпускать не будешь. Если не будешь выпускать, то включай. Этот. Ну, если это новый трек, то лучше до последнего держать. На самом деле, да, вы вот я с вами полностью согласен. Слышь, что говорит, брат? Надо не 100 лайков насобирать, а я сейчас новые карты скину. Если насоберется, то... Робсон пишет, выключаю. Да просто я его сейчас включу, то какая-то часть его сразу запалит. Полюбит, да. Полюбит. Тогда уже у меня не будет варианта его не выпускать.
так он хоть лежит просто. Робсон аргументы, почему его не ставят. Типа нельзя полить все новое. Включ, я тебе сотку на карту кину. Че? Да не, братан, я хочу, чтобы такая, как я люблю. Понял, такая. Ну да, ну не, борода. Дальше, дальше, вот, вот такое, понял. Борода. Не. О? Ну вот это да, согласен. О? Ага, ну это уже да. Ну не. Не то. Прошу, не зазвездись. Вот от чего мне звездиться, ребят? Уже что я такого сделал, чтобы звездиться, я не понимаю. Мне надо ставить лучше выпускай. Не варик, запись экрана. Робсон, да я понимаю, что запись экрана. Ну хотите, я пару слов поставлю. Пару слов в самое начало поставлю вам, и будет как вам отрывочек, который, если прям создаст вот создаст вам атмосферу крутую, то я его выпущу. Если не захочу. Если хоть одно видео в каком-нибудь паблике или у кого-нибудь залито будет, то не выпускай. Да не, а че хейт? Не выключай, выпустишь и послушаем. Пусть терпят. Блин, вот вы злые. Робсон, что такое злой? Ну, блин. Я его не хочу выпускать, в том-то и дело. У меня танцевальный вечер будет когда-нибудь. А вот это я не хочу выпускать. Это слишком такое личненькое. Давай ставь уже. Ламбу. Пусть будет секрет. Ну, видишь, много людей, кто говорит... Не надо ставить, пусть лучше будет секретом. Наташа, ты как думаешь, можно поставить первые несколько фраз? Я же уже включил первые несколько фраз, да? Угу. Ну, я первые несколько фраз включил, так что достаточно будет, я думаю. Не вариант показывать. Все, включай, слава. Ладно, едем дальше. 100 плюсов не было. Это как раз и надо выпустить. Думаю, можно, Наташа пишет. Отрывок поставить? Как уламывают жуть. А, те, кто говорят, что не надо, думают, что я его выпущу. Кусочек малюсенький. Ну давай, раз он даже просто начал в начале, чисто кусочек поставлю. В смысле выйти? Видишь, сразу сказал, можно. А то спать не буду, буду неспокойно. Виснешь. От того, что захотелось рисовать тебя, тебе чувство пришивания. А не теряю после того, как осталось написать тебе для отрисания. Ладно, хорош. Не так все сразу. Сразу нельзя все. А качество ужасное, Нику? Да, квадратное. Да, вот достали, а?